торгово-выставочном центре «Крокус-Экспо» «Диктант Победы» написало рекордное количество участников – 1418 человек. Это символичное число, ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. Такое количество участников, принявших участие в историческом диктанте, одновременно является рекордным. Достижение зафиксировано в Книге рекордов России. По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова, такое достижение не являлось для партии самоцелью. Уже во время подготовки стало очевидно, что интерес к диктанту в этом году беспрецедентный.